Друзья, всем привет! Огромное спасибо, что зашли на наш канал. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, со мной моя Сонечка. Соня, которая всегда шутит. Сегодня я приготовила для своих родных диетическое блюдо, одно из наших любимых. Сейчас у нас сезон кабачков, мы сегодня нарвали много-много кабачков и решили их приготовить нашим любимым способом. Вот такая красота у нас получилась. Кабачки с фаршем и с сыром. Фарш у нас свино-говяжий. Добавила немножечко, прям капельку риска, чтобы было сочнее. Сам кабачок здесь. Немножко петрушки, чесночка и лук репчатый. Ну и соль. Больше ничего такого не добавляла. И российский сыр сверху посыпала уже буквально за 5 минут до готовности. Запекала все это, немножечко добавила я водички в духовке. 25 минут где-то. Вот такая красота получилась. Также я сделала вот такой нам Сони соус. Здесь чеснок и немножечко домашнего майонеза. Так, Соня, давай я разрежу тебе. Разрезать надо, давай. Соус чесночный дать тебе? Больше чесночный соус? Нет. Так там есть больше? Ну, смотри. Надо же. Ой-ой-ой. Что густое. Кабачки домашние, и шкурка почему-то более плотная. Хотя они, в принципе, все у меня прекрасно пропеклись. Сейчас, дочь, разрежу тебя. Вот потому что ты не можешь, Соня. Постоянно у тебя свинство происходит почему-то какое-то. Надо не в камеру смотреть, а в... Не надо, я потом вытру. Не надо. Ты не в камеру смотри, а в тарелку надо смотреть. Что ты делаешь смотреть? А не в камеру смотреть на себя, как обезьяна. Некрасиво. Очень некрасиво, как ты делаешь. Ну ладно. Пускай Сонечка кушает. Воспитательный небольшой момент. Соня водичку попросила налить. Налито у нее здесь томатный сок. У меня квас. Захотелось мне сегодня квас охлажденного. Так что у нас погода непонятная. С утра было очень прям холодно. А сейчас уже даже, можно сказать, и жарко. На солнышке. Ветер холодный. Ну, может, оно и к лучшему. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Да. Давайте уже приступим. Как же классно квас. Я тоже сейчас с соусом. Горячий, дочь? Нет, нормально. А я вот так прям соус сверху. Ой, жалко. Угу. Много не буду, прям вот так. Тебе соус надо? Хотя у тебя там куча целого соуса. Кушай, дочь. Приятного тебе аппетита. Тебе приятного аппетита тоже. Огурчики домашние. Только-только сегодня пошла в парник. Нужно было бы солью посыпать, но я... Про соль совсем забыла. Сегодня также пиццу приготовила. Салат оливье, представляете, у меня сегодня день, так сказать, на кухне. Я сегодня дежурю по кухне. Немножко соли не хватает. Солнце. Нужен чесночный соус тебе, дочь? У меня есть. Чуть-чуть. Немножко, братик мне сказал, говорит, немножко не хватает соли. Но опять же, знаете, я стараюсь блюдо не досаливать, потому что, когда пересолишь, потом уже с блюдом ничего не сделаешь. А когда не досолишь, можно всегда досолить. Поэтому я стараюсь не досолить. Вкуснотища. Что еще нужно?
А летом кабачки вы просто бедняга. Да? Соня мясо съела, кабачок оставил. Молодец. Соня мясо почему? Кабачок почему оставила? Овощи запеченные. Очень вкусно. Надо кушать. А мне надо вообще кушать больше. Сегодня пошла в магазин, а не влезла в платье уже, которое мне понравилось. Да. Но хочу вернуться. Да, вот тебе и да, Соня. Печально, разъелась я. Да, разъелась бабушка. Закормила вкусняшками. Поэтому нужно сейчас сезон овощей. Нужно переходить на овощи и кушать овощи, фрукты. Поменьше мучного. Бабуля на камин. Все равно очень вкусно. Давай, Сонечка, показывай, как ты кушать любишь. А то зрители скажут, совсем ничего не ест. Это Соня. Телефон. С телефоном неприлично Соня садится за стол вообще. Некрасиво это. А же, смотри, у меня есть канал. У тебя канал вот. Мы с мамой, мы с тобой снимаем вместе. Диалес. А тебе неприятно, когда мы с тобой разговариваем. Так что кушай. Некрасиво. Я могу даже не покупать, если он просто... Покушаешь и будешь потом уже играться с телефоном. А пока не покушала голодные, кто играется? Не знаю, что с этой Соней делать. У бабушки стало больше находиться на воздухе, больше стало играть, больше активности. А почему-то кушать меньше стало. Хотя жары нет. Не знаю, то ли возраст уже подходит. С определенного возраста детки перестают кушать. Ой, красота. Телефон. Красота и вкуснота. Солнышко садись. Ну что, мои хорошие, огромное спасибо. Да. Всем, кто нас смотрит, кто нас поддерживает. Мои дорогие зрители, ну вы во всем наши любимые зрители. Спасибо, ставьте лайки. Угу. Ставьте лайки, пишите комментарии специально, Сонечка. Для Сонечки лайки отдельно, да? Угу. Сонечка старается. Сегодня помогала мне готовить. Да. Этот вкусный обед. У нас еще пицца. Мы еще отдельно уклад снимем. Отдельно с пиццей с вами. Чаек кабачки попьем. Носила. Ага, кабачки носила. Собирала вместе. Помогала. Маме помогала с бабушкой, да? Да, мои дорогие подписчики. Вы любимые мои. И вот на такой позитивной ноте буду заканчивать видео. Да. Всех целуем, всех обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. Да, Сонечка будет доедать и дальше. Всем пока-пока. До новых встреч. С вами была Соня и Алена. Пока-пока.